Зачастую, когда нужно повесить шторы, возникают трудности, когда нужно повесить на вот эти крючки. Почему? Потому что крючки цепляются, неудобно. Здесь используется на шторах и на тюле специальная лента, вот, которая как раз предназначена для повески на крючки. Вот, снимать еще удобно, как видите, я быстро снял, а вот вешать, да, уже неудобно. Для этого я использую простой кембрик. Вот его можно взять там с пасты, с ручки, вот подходящий под размеру. Главное условие, чтобы этот кембрик вот налазил на крючок. Видите, вот он налазит на крючок. И тогда мы берем и без проблем вот вдеваем петлю, надеваем на крючок, скидываем. Видите? То есть теперь, когда вас просят повесить, эта операция у вас будет занимать очень мало времени. Все.